ну другое дело же ж, выглядит неплохо. И что тут нужно делать? Пока не знаю, но сейчас разберемся. Ну-кась. О, смотри, появилось какое-то направление движения. Го наверх! Эу! Да уж, дружище, выглядишь побитым. Да, потому что я побился об землю. Терем-перерем, терем-перерем. Привет-привет, Бубу. Всем привет, друзья. О, здоров, игруля. Ну, наконец-то, я уж заждался тебя. Друзья, ставьте лайк, если тоже хотели бы побольше серий со мной, и погнали! Куда погнали? Ну как куда? Игры новые зырить, мы еще ого-го сколько не посмотрели! Ты что, уснул что ли? Эй, а как же игры? Игры? Какие игры? Ну, новые. А, да-да, погнали! Итак, за прошлые серии мы посмотрели первые 6 игр. А значит, на очереди 7-я, и называется она «Лопанье пузырей». Запускаем. Ну и чё это у нас за игруля такая? А, игруля, чё нужно делать? Ну как что, пузыри лопать, раз игра называется «Лопанье пузырей». Логика присутствует. Ну так. Слышь, игруля, так это же игра «Попит». Ну, только не от слова «попа», а отдельно «Поп-ит». Мог бы и не объяснять, я знаю, что это за игра. А так да, это она. Но это же не совсем игра, это скорее антистресс-игрушка. Сидишь, пыпкаешь, расслабляешься. Ну да, именно с точки зрения какого-то вызова тут его нет. Так вот и я же о чем. В такую игру можно бесконечно сидеть. Пыпкать! Ага. Не, ну, можно пыпкать в разной последовательности, в виде всяких фигур. Это да! Но сложнее игра от этого же не становится, и проиграть в нее невозможно. И что ты этим хочешь сказать? А то, что ну ее, я уже напыпкался. Го, позырим следующую игрулю. Ну, пошли. Следующая после лопания пузырей идет игра с названием «Реактивный кот». О, это уже даже по названию понятно, что будет что-то крутецкое. Погнали смотреть тогда. Во, ну другое дело же ж, выглядит неплохо. И что тут нужно делать? Пока не знаю, но сейчас разберемся. Ну-кась. О, смотри, появилось какое-то направление движения. Го наверх! Эу! 0 очков. Мощный результат, Бубу. Ты там, кстати, цел после падения? Да все, чики-пуки, запускай еще разок. Я понял, прыгать нужно не как можно выше, а чтобы попасть на соседний камень. А ну-к! Хорошенечко, прицеливаемся и... Хобана! Вот это другое дело. Эта игра похожа на гольф. Только нужно не мечом в лунку попадать, а с собой на каменную платформу. О, вижу звездочку! Ох, опасный прыжок был. Но прокатило же ж. Продолжаем пати. Я смотрю, у тебя неплохо получается. Да еще бы! У меня в плане полетов глаз-алмаз. Еще звездочка. Отлично. Хорошо, идем для второго-то раза. Не второго, а первого. Ибо тот первый, который первый, он не в счет, то разминка была. Ох, а следующая платформа движется? Та-да, печаль, беда. Ладно, была не была, х. Фуф, так, а со следующей платформой что? А что с ней? Платформа как платформа... О-оу, кажись, она рушится! Ой-ой-ой-ой-ой! Игруля! Бубу, с тобой все в порядке? Да, ничего не все! Ничего не в порядке! Я, походу, когда с платформы каменной упал, лапку повредил! Болит теперь! Да сильно болит!
походу, перелом. Во дела. Придется в больницу идти. Ну так пошли, чего стоим? Так-так-так, с переломом это направо. Ну, потопали потихоньку. Чего? Я только не пойму. Ты же кот. Как ты мог повредить лапку при падении? Так я ж в скафандре был. С ним не так просто в воздухе переворачиваться. Он так-то тяжеленный. А-а-а, вон оно что. Агася. О, а вот и нужный кабинет. Фуф, хорошо, что он недалеко от входа. А то с больными лапками ходить такое себе. Да уж, дружище, выглядишь побитым. Да, потому что я побился об землю. Ладно, давай воспользуемся рентгеном и посмотрим, что там с твоими костями. Смотрим внимательно, не спешим. Так, ну, головешка вроде цела, уже неплохо. Спускаемся ниже. Да и тут вроде все в норме, кроме разве что одной из лапок. Ох, а внизу сразу две трещины обнаружено. Да, смачно ты шмякнулся. Пошли лечить. Итак, друзья, лечение перелома у нас в виде мини-игры. Чтобы заделать трещину, нужно фигуры слева поместить в прямоугольник по центру. Приступим. Пойдем прям по порядку. Берем верхнюю фигуру и ставим. Вот сюда, например. Дальше оранжевую вот сюда. А желтую... О, хорошее местечко! Только вот, теперь синяя фигура никуда не влазит. Да и розовая тоже не поместится. Ясно, понятно. Разбираем все и начинаем заново. Начнем в этот раз с розовой. Она длинная, наверняка ее вниз нужно ставить. О, она подмигнула нам! Видать, правильно поставили! А ну-ка... У желтой есть внизу слева кубик, который как раз хорошо станет влево. О, да, попали! Неплохо. Теперь берем фигуру, у которой внизу в основании два квадрата, и ставим вправо. Не-а, неправильно. Понял, ничего страшного. Ее можно поставить влево тогда. А вот теперь то, что нужно. Ну и осталось всего две фигуры, друзья. Здесь все просто. Ту, что с двумя кубиками внизу, ставим вправо, а с последней уже точно не промахнемся. Супер! Кости теперь как новенькие. Как себя чувствуешь, Бубу? Все чики-пуки, игруля! Лапка подбаливает, ну так, самую малость! Это хорошо, но на всякий случай давай на лапку наложим повязку. Походишь с ней какое-то время. Какую хочешь по цвету? Давай, среднюю. Там есть желтый цвет. Обожаю его. Хорошо, держи. Ну все, можем возвращаться домой. Так, пешком после перелома идти не лучшая идея. Поэтому давай воспользуемся телепортом. Отличная идея. Хотя могли бы и прогуляться. Не-не-не, давай в другой раз. А, вот и дом. Прям ко входу прилетели. Заходим-с! Опа! Кухонька! Вот это мы удачно зашли! Го, хримзанем чего-нибудь! Тебе бы лучше поспать пойти после больницы. Обязательно! Но сначала еда, ибо на голодный желудок я точно не усну! Ладно, только никаких бургеров и прочего. Возьмем чего-нибудь полезного, чтобы лапка быстрее заживала. Вот жеж! А, хотя ладно, полезная еда тоже бывает вкусной. Вот, например, яблочко вкусное. Ну, здесь у нас только вкусняхи. Эх. Здесь тоже. А, вот и нет. Здесь молочко есть. Оно полезное. Точно. Берем тогда. Смотрим дальше. Опаньки, рыбка. Хм, ну да, рыбка штука хорошая, надо брать. Наверное, и хватит, да? Здесь все равно ничего нет, да и тут тоже. А вот здесь виноградик есть. И что? Чем он полезен? В нем витамины полезные есть, стопудово. Ну ладно, ладно, давай возьмем его, и вот теперь точно хорош. Приступим к поеданию. В смысле это...
Зарядимся витаминками и протеинками. Ням, неплохо. Держи виноград теперь. Эх, кислющий. А что насчет яблока? Хорошее, сладенькое. Ну и осталось молоко. Класс. Ну чё, как говорится, поели, можно и поспать. Ага, потопали в спальню, котяра. Ну что, ложись отдыхай и давай прощаться на сегодня. Покеда, игруля! Всем покули, ребзя! До встречи в следующем видосике! Всем пока-пока, ребята! Увидимся в следующих видео на канале Игрули ТВ.